Суд Тбилиси приговорил одного подростка к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство 16-летнего Левана Дадунашвили, а второго – к 9 годам и 9 месяцам за попытку умышленного. Убийство 16-летнего Давида Саралидзе. Как передает спутник Георгио, суд так и не смог установить, кто именно убил Саралидзе в ходе инцидента между подростками 1 декабря 2017 года. Разборка между учениками 9 и 11 классов началась в школе номер 51, а позже переросла в поножовщину с участием несовершеннолетних из другой школы, которые пришли на помощь одному из девятиклассников. Под давлением общественности, которая сомневается в объективном расследовании этого дела, накануне подал в отставку. Главный прокурор Иракли Шатадзе. Как передает корреспондент газеты «Взгляд», в пятницу в Тбилиси на проспекте Руставели запланирован очередной митинг за справедливость. Инициатором выступает отец одного из убитых подростков, Заза Саралидзе. Дело будет заново расследовано, уже не ГП, а сотрудниками МВД. Курировать будет министр Георгий Гахария, а премьер-министр Георгий Квириакашвили пообещал контроль и прозрачность. Он ночью вышел к демонстрантам, но те не стали его слушать и бросали в его сторону бутылки. Такое поведение митинговавших, среди которых много сторонников партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», не нравится значительной части общества. В стране также многие сообщают, что не выходят на акции именно из-за того, что рядом с Саралидзе находятся националы. В пятницу президент Грузии Георгий Мардвелашвили встретился с Зазой Саралидзе. Палатки на проспекте Руставели. Популярные материалы. Аркадий Бабченко. Убий Чубайск резко ответил на обвинение в растрате пенсии.